такая нервная игра лишние эмоции, наверное, затратили, учитывая, что завтра еще один матч. Да, надо было играть намного лучше. Мы играли волнами, то хорошо, то плохо, то удалялись. То... Так нельзя играть, надо играть строго по системе. Самим себе не привозить моменты. Тогда все было бы нормально и больше энергии бы сохранилось на завтра. Ну, хорошо, что выиграли. Победа есть победа. Такая результативная игра, это что, вследствие маленькой площадки, отголоски летнего хоккея, что это? Я думаю, мы просто много на самом деле ошибались и чуть-чуть неправильно сыграли в меньшинстве моментами, поэтому столько голов получилось. Надо играть лучше, меньше давать сопернику, нам нельзя столько давать, ну, пропускать вообще. Расскажи, что за головной убор у тебя? Да, мне дали... Команда посчитала меня лучшим в сегодняшнем матче. Решил не выйти, потому что завтра держит Хабиб, поддержку его. Хабиб тайм. Это переходящий приз. Да, это переходящий, то есть Хабиб выиграет, передам завтра команде.